Добрый день, наши дорогие садоводы! Чтобы наши гортензии пышно цвели, а соцветия были крупными, мы подкармливаем гортензию комплексным удобрением для цветущих растений. Желательно, чтобы это удобрение было сбалансировано именно для гортензии. Но между основными такими подкормками нужно проводить поливы, которые закисляют почву, так как гортензия растет на кислых почвах. Чем можно закислить почву? Яблочный уксус, 100 мл яблочного уксуса на 10 литров воды. Лимонная кислота, 2 столовые ложки на 10 литров воды. И кефир, 0,5 литра кефира на 5 литров воды. Такие поливы нужно проводить 2-3 раза за весь сезон, предварительно полив почву обычной водой. И расходуя такой раствор, 5 литров на взрослое растение и 2-3 литра на молодые растения. Вот сейчас я подкормлю свои гортензии яблочным уксусом. Вот такой вот яблочный уксус. Наливаем 100 мл на 10 литров воды. Вот этот у меня мерный колпачок, он 25 мл. То есть 4 колпачка я сюда выливаю. И 5 литров на взрослое растение. И 2-3 литра на молодые растения. А комплексное удобрение я пользуюсь вот таким вот. Для гортензии. Специально сбалансированное уже именно для таких растений. Если вы будете соблюдать такие поливы, проводить такие поливы и подкормки, гортензия вас отблагодарит пышным цветением, крупными соцветиями порадует. Удачи вам!